Thank you. Мы заканчиваем сегодня книгу судей заканчивается она печально трагично мы говорили о том что вот подробно практически рассматривали как началась и идет эта смута в израильском народе гражданская война и в прошлый раз мы говорили о том что это вот уверенность Израильтян в том, что они правы, сыграла с ними злую шутку. Они вдруг, неожиданно, осознали, что не могут ничего сделать. И сознание своей правоты и реальная, сознаваемая мощь своего войска не помогли им разбить колено Вениамина, Вениаминитян, потому что для того, чтобы исполнить волю Божью надо быть способным к этому, а не просто гневаться на грехи брата своего, как бы омерзительные они ни были. Для того, чтобы в гневе действительно стать орудием промысла Божьего, для этого нужно, как по слову Иисуса Христа, быть способным бросить камень. То есть, если нет, такого же греха, если нет таких же грехов? Что их возмутило? Разврат? Они такие же развратные. Жестокость? Они такие же жестоки. Бесчеловечность? Они бесчеловечны. Безбожие? И они безбожие. Почему их не возмутил левит? Почему их не возмутило их собственное поведение? Возмутили поступки жителей Гивы, хотя и они часто делали похожие вещи, может не до такой степени, но мы слышали, до чего они в конце концов дошли, мы видели Самсона, мы слышали о колене Дана, мы видели, что все они отступили от Бога очень-очень и очень далеко. Для того, чтобы разгневаться, надо было судить самих себя, чтобы стать орудием промысла Божьего. Когда они это делают, когда после второго поражения они собираются перед скиней, когда они постятся, когда они сидят в простых одеждах и посыпают голову своим пеплом, когда они молятся, когда они совершают жертвоприношения за свои грехи в первую очередь, очищая себя от своих грехов, когда они приносят мирные жертвы для того, чтобы соединиться друг с другом, как бы возобновить это единство – Тогда у них получаются силы, чтобы исполнить вот это, ну вот хоть как-то быть орудием в руках промысла Божьего. И мы должны в этом смысле быть такими же. Если мы горим возмущением против какой-то несообразности, ну, не вообще несообразности мира сего, а именно несообразности происходящих с братьями нашими, христианами, то мы должны начать не с того, что их судим, не с того, что их идем и обличаем, не с того, что горим желанием их наказать и сокрушить, а с того, что сначала встаем перед Богом и судим самих себя. Если мы в покаянии осудили себя, если мы в покаянием очистили свой грех, то тогда мы способны исполнить то, что намеревались. Мы можем обличить, мы можем наказать, если почувствуем, что Бог нас к этому ведет. Но если прежде собственного покаяния, осознание, раскаяние, оплакивание собственных грехов, знание хотя бы о них. Мы дерзнем обличать кого-то другого, если мы только возомним, что имеем на это право. Если только э, нам взбредет в голову такая мысль, что я послан Богом для того, чтобы обличать и наказывать человеков э, за грехи то нас ждет такая же беда и такая же трагедия, такое же поражение, которое ждало израильское войско, чтобы быть способным, как однажды, как однажды спели в далекие далекие древнющие времена спел один известный рок- певец, что если ты хочешь ходить по водам, ты должен повисеть на кресте. И никак иначе ты ходить по водам не будешь. Разумеется, в исторической реальности христианства в жизни Христа эти события были формально, в шли в ином порядке. Сначала уходил по водам, а потом висел на кресте. Но это только формально. Неформально Христос давно висел на кресте. С момента крещения, когда Он взял на Себя грехи мира и нес их. С момента искушения дьявола, когда Он взял и понес подвиг и победил того, кого еще никто победить не мог. С тех самых пор, когда он почти не ел, почти не спал, весь день пребывая среди людей, а потом ночью уединяясь для молитвы, это все было долгое и медленное не только восхождение на крест, но и весеннее на кресте, которое уже совершенно очевидным образом актуализировалось в день его распятия. И в этом смысле для того, чтобы ходить по воде, надо действительно отречься от всего своего, отречься от всего того, что является предметом страсти во мне. И тогда действительно, когда человек очищен, он может, если будет на то воля Божья, иметь дерзновение что-то сказать, как-то обличить, или наказать, но и то только в том случае, если ему будет дано свыше, если у него есть на это власть, потому что со времени прихода Христа мы знаем, что, как он говорит братьям Завидеевым, вы не знаете, какого вы духа. И вот это нам еще настоит узнать, нам этот дух нужно стяжать, прежде чем мы дерзнули обличать кого-то и исправлять кого-то. Поэтому и получается у нас трагедии, драмы наши житейские, когда мы пытаемся кого-то воспитывать, кого-то наказывать, от кого-то чего-то требовать, когда сами суть неисправны, неисправимы, жестоковыны и исправлять очевидных правил несообразных, очевидных ну, наших моментов жизни, сообразных с правдой Божией, мы даже не собираемся, ничего для этого не делаем. Заканчивается это э, последнее сражение, третье сражение, в котором был разбит Вениамин, заказ, заканчивается очень печально. И пало из сынов Вениамина 18 тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся оборотились и побежали к пустыне, к скале Риммону. И побили еще израильтяне на дорогах пять тысяч человек, и гнались за ними до Гедома. И еще убили из них две тысячи человек. Всех же сынов Вениаминовых, падших в тот день, было двадцать пять тысяч человек, обнажавших меч. И все они были люди сильные. И обратились оставшиеся, убежали в пустыню, в скале Римону, шестьсот человек. И оставались там в каменной горе Римоне четыре месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось, и все находившиеся на пути города сожгли огнем. Вот такой итог, такой итог этого сражения практически полное уничтожение колена Вениаминова. От него осталось только 600 человек способных держать оружие, то есть мужчин, все остальное было истреблено. И дальше, как бы идет, грубо сказано, послевкусие, наверное, правильнее назвать похмелье. Похмелье после всех этих событий, похмелье после этого, этой гражданской войны, вызванный страшным эпизодом с женой некоего левита, о котором уже давно никто не помнит. Вот. События произошли о левите, о его жене забыли, его любовнице. Все это забыто. Осталось мрачное, жуткое похмелье, описанное в 21 заключительной главе книги Судей. «И поклялись израильтяне в массифе, говоря, никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениаминов замужество. И пришел народ в дом Божий, сидели там до вечера пред Богом, подняли громкий плач и сильно плакали. И сказали, Господи, Боже Израилев, ничего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена». «Спохватились». На другой день встал народ по и устроили там жертвенники, вознесли все сожжения и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы, кто не приходил в собрание пред Господа из всех колен Израилевых, ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти. И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали, ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших? И сказали, нет ли кого из колен Израиля, кто не приходил пред Господа в массифу? И оказалось, что из Явиса Галацкого никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрев народ, и вот не было там ни одного, из жителей Явиса Галаадского и послала туда общество 12 тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание «Идите, поразите жителей Явиса Галаадского мечом и женщины детей». И вот что... И вот что сделайте, всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, передайте заклятию. И нашли они между жителями Явиса Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужеского, и привели их в стан в селом, что в земле Ханаанской. И послали все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими с скале Римонии, объявила им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина и дали им жен, которые оставили в живых из женщин Явиса Галаадского, но оказалось, что этого недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали, старейшины, общество, что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины Вениамина. И сказали, наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израилева. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилева поклялись, говоря, проклят тот даст жену Вениамину. И сказали, вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме. Которые на север от Вифили, на восток от дороги, ведущей от Вифили в Сихем, и на юг от Ливоны, и приказали нам Вениамина и сказали: Пойдите, засядьте виноградники, И смотрите, когда выйдут девицы Селомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников, и схватите себе каждую жену из девиц силомских, и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их, и жалобно, с жалобою к нам, мы скажем им: Простите нас за них, ибо ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны. Сыны Вениамина так и сделали, взяли жен по числу своему из бывших хороводи, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свои, построили города и стали жить в них». В то же время израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое, и племя свое, и пошли оттуда каждый в свое дело. В те дни не было царя в Израиле, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот Израиль жалеет о Вениамине. Жалеет, плачет. Война закончилась, они истребили в гневе, в ярости только что. И вот похмелье, они сидят и плачут, что мы сделали жалко. Они дали заклятие перед лицом Бога не давать дочерей Вениамину. Теперь сидят и плачут. Что мы сказали? Что мы сделали? Как же теперь быть? Они прокляли тех, кто не придет, не пошел с ними на бой. И вот эта поспешность жестких, жестоких, принимаемых решений – она теперь очевидна для них. Они связали себя отовсюду непродуманными решениями и теперь не знают, как поступить. Внешне, когда читаешь это в контексте какой-то вот некоего нарратива, повествования, внешне они выглядят решительными, смелыми, храбрыми, даже верующими выглядят. Они торжественно дают клятву, торжественно совершают обеты, они даже от них мужественно не отрекаются, но это не угодно Богу. Они не спрашивают Бога, прежде чем принять решение, не спрашивают Бога за все это время ни разу, они не спрашивают, что ты от нас хочешь. Вот собрались они в массиву. Надо было спросить, Господи, что нам делать с этим левитом? Что нам делать теперь с Вениамином? Что нам делать теперь с самими собой? Как нам теперь жить, Господи, скажи нам? Никто не спрашивает. Мы идем смело, мы все сделаем, мы накажем, мы воодушевлены, сделали. Они не спросили, Господи, а ты хочешь, чтобы колено Вениамина было уничтожено? А ты хочешь, чтобы они остались без жен? А ты хочешь, чтобы мы давали вот эти те зароки, те клятвы, изрекали те проклятия, которые мы изрекли? Никто не спрашивает. Человек на порыве эмоционально, воодушевленно делает то, что считает нужным, не спрашивая Бога. И это заканчивается катастрофой. Во всех смыслах катастроф. Они дают зароки на эмоциях, на страсти, нетрезво, движимые чувством, порывом, порой самолюбованием, для того, чтобы показать, вот, вот как мы. И, казалось бы, вот читаешь, вроде, ну все хорошо, искренне ненавидят грех, искренне уничтожают грешников, искренне произносит страшные слова заклятия, ну как бы по ревности к Богу. Но заканчивается глава, как и вся книга судей, словами горечь. В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. То есть они не волю Божью творят, и ни в одном из этих моментов они не сотворили волю Божью. История гражданской войны – это не история о наказании праведными людьми грешников. Это история о том, до чего доходит грешный человек, в, даже в тех попытках наказать грех, когда сам он остается грешник. А ведь у нас это сплошь и рядом так. Мы разве сами не так живем? Мы разве не те же самые израильтяне, которые потом горько плачем о том, что мы сделали типа как бы в ревности нашей? Мы даем обеты, чтобы Богу что-то доказать. Мы даем клятвы, чтобы Богу показать себя. Вот я сделаю то-то и то-то. Как бы себя, удво... я могу, я могу ради Бога сделать это. Господь не благоволит всесожжению. Мы читаем это в Псалме каждый день. Всесожжение не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Если бы они, увидев этого э, части тела этой женщины, Вместо того, чтобы пылать ревность, сели бы и стали плакать, не заканчивая плачем гражданскую войну, а оплакивая того, как ужасно пал Левит, эта женщина, ее отец, жители Гивы и весь народ. Все было бы иначе. Но никто не захотел плакать. Плач придет потом, если бы мы так вот не, не, понимали, что жертва Бог единственный от нас требует вот этого, сокрушенного и смиренного духа, он бы сам знал, как наказать или вразумить тех или иных людей. А мы взяли на себя эту функцию, дали обед, и что получилось? Истреблено колено, нашими собственными руками, истреблено колено. Дальше, мало того, мы истребляем, ко всему этому истреблению, этой морю крови, мы еще истребляем город, который ни в чем не виноват. Мы истребляем полностью, перебили население Явиса Галадского до последнего человека. Детей, женщин, стариков, всех перебили. Зачем? Зачем? А мы не думаем, потому что мы слово дали. Не подумавши, просто потому что она вышла, как у Ирода, из уст наших, и теперь приходится его исполнять. Мы лучше исполним глупое свое слово, заклятие и проклятие, но в жизни не будем каяться в том, что сказали поспешные слова. Мы э, для того, чтобы никто не засомневался, что мы нечестные люди, будем держать свое слово, даже если мы сами весь мир видим, что это глупо что это жестоко, что это подло, что это пошло. Мы все равно выполним свое слово, только бы никто ни, не подумал, что мы бросаем слова на ветер и умножаем зло между, вместо того, чтобы его при, прекратить. Мы допускаем, чтобы девиц варварски похищали противозаконно, ненормально, не так, как положено брать девушку из дома, в новое беззаконие совершенно запрещенное в божественных писаниях. Да ну подумаешь, надо же как-то исправлять свои ошибки. Нет, мы не будем каяться. Мы будем придумывать новое зло, новое лукавство. И люди придумывают, лишь бы не каяться. Они нарушили одну заповедь, нарушили другую заповедь, поняли, что поторопились, вместо того, чтобы осознать свой грех и принести покаяние, люди придумают лукавство. Они пытаются как-то обхитрить сложившиеся обстоятельства, чтобы выглядеть в своих глазах достойными, но при этом как-то вот что-то бы исправить с собственными силами. Опять-таки не спрашивая Бога, как Он хочет дать, захотел бы девицу дать в колено Вениамина и захотел бы ли. Никто его не спрашивает, он опять никому не нужен. Он не нужен был, когда шли на войну. Он не нужен теперь, когда люди плачут о том, что нет колена. Им колено жалко, а Бога никто не спрашивает. Им жалко то, что они уничтожили колено, теперь хотят его восстановить и опять не спрашивают Бога. Они нарушают заповедь Божью одну, понимая, что это неправильно, и исправляя эту заповедь, нарушают новую и запутываются в этом окончательно. Вот жизнь человек. Он связывает себя грехами и словами, но не приносит в них покаяния и запутывается в новых клятвях, новых зароках, новых обетах, новых грехах. И в конце концов жизнь его рушится, потому что каждый сам принимает решение, что хорошо, что плохо. И никто не спрашивает Бога. И к слову сказать, вот в чине совершения таинства покаяния, чина исповеди, есть молитва, и одна из них, молитва как раз о подобных эпизодах, где священник молится, чтобы Господь избавил человека от тех слов, которыми он себя связал. Эта молитва очень важна, ибо правда мы торопимся произносить обеты и зароки, но есть молитва, и в наше покаянное сердце которая помогает не запутываться в словах, а простить нам нашу торопливость.